Куряне ведут активную общественную жизнь и реализуют свои проекты. В этом году по уровню и качеству развития некоммерческого сектора регион поднялся на 28 позиций, занимает 50-е место, а по некоторым направлениям входит в топ-20. Мы в этом году впервые проводили грантовый конкурс совместно с фондом президентских грантов и увеличили областную грантовую поддержку для НКО до 7 миллионов рублей. Фонд президентских грантов оказался финансирование на такую же сумму. И в целом 14 миллионов рублей вот организации, некоммерческие организации получили возможность реализовать свои проекты. Они, конечно, имеют социальную направленность в первую очередь. В региональном бюджете следующего года на НКО заложено 10 миллионов рублей. В планах развития системы некоммерческих организаций во всех районах области будет создан онлайн-портал, а также готовится региональный законопроект об общественном контроле.